Сегодня в нашем городе знаковое событие. Мы открываем мост, соединяющий Апатиты и Кировск. Это большой праздник для всех горожан. Сегодняшнее событие очень важное для жителей городов Апатиты и Кировск, для водителей, дорожников, туристов. Все помнят, что 15 ноября 2015 года в Апатитах перекрыли мост на выезд в сторону Кировска и начали стройку века. Старые конструкции настолько обветшали за 50 лет, что ремонту уже не подлежали. Было решено отстроить заново новый мост над железнодорожными путями. К тому же возросшее количество транспорта уже не умещалось у светофора на узком мосту. Запланировали новый мост построить шире старого. В январе 2016 года конструкции старого моста были полностью разобраны и остались лишь несколько опор. До самой весны строители забивали в землю более сотни свай под опоры будущей конструкции. Конструкции не были привезены готовыми, а залиты формы сразу на месте. Со стороны Кировска расширена проезжая часть до двух полос движения и одной со стороны Апатитов. Строительство нового моста – отличный подарок юбилею нашего города. Ведь этот год для нашего города особенный. Алексею Геннадьевичу Гилерову. Добрый день, дорогие жители города Апатиты, города Кировска. Сегодня великолепное значимое событие. Мы сегодня пускаем путепровод. Это тяжелейшее инженерное сооружение. И мы сделали капитальный ремонт. Это здорово, потому что чуть-чуть ближе дорога стала к Кировску, где проживают наши любимые друзья, где создана инфраструктура, где работают тысячи наших апатичан. Это здорово. Эта дорога ведет к храму. Поэтому, я думаю, наш будет мост благословлен батюшкой осенью, к сожалению, нету. Это замечательно. Хотел бы поблагодарить всех участников, тех, кто душой переживали за строительство и реконструкцию нашего дома. В первую очередь, это, конечно, Николай Алексеевич Бова. Николай Алексеевич, я знаю, как вы переживали, как вы ночами не спали, как вы постоянно держали на контроле все, что здесь происходит. Олега Запанкова, вот он рядышком стоит, я думаю, тоже сегодня будет участником управления городского хозяйства, куми и так далее, и депутатов, совета депутатов. Все эти участники, все, кто принимал и делал, это здорово, потому что душа наша в этом прекрасном инженерном сооружении. Поэтому благодарю всех вас, всех подрядчиков, которые приложили, лично господина Смоленского. Сейчас я без очков не вижу, но он понял так. Забыл, как зовут. Я думаю, что это здорово. Я просто очень волнуюсь, потому что не так часто мы это делаем. А самое главное, мы практически сделали в срок. Да, мы немного опоздали. И благодарю жителям, которые каждый день не звонили и не кричали, когда вы пустите путепровод, когда вы пустите.
А мы немножко откладывали, потому что если мы посмотрим Оленегорск, они еще не запустили. Если мы посмотрим Полярные Зори, они еще не запустили. Если мы посмотрим Кицу, они еще не запустили. А мы это сделали. И мы это сделали вместе с вами. Поэтому, дорогие мои жители, дорогие подрядчики, дорогая администрация, всех вас поздравляю с этим прекрасным праздником, открытием путепровода. Спасибо вам. Слово предоставляется главе администрации города Апатиты Николаю Алексеевичу Бове. Дорогие апатичане, здесь труд многих людей. В составлении технического задания помогали технические специалисты АО «Апатит». Основой, финансовой основой, которая позволила профинансировать эти работы, это труд тружеников СЗФК, которые заработали деньги, и часть из которых была перечислена на поддержку развития социальной сферы города. Это, конечно же, беззаветный труд подрядчика «Трансстрой». Это, конечно же, заказчики в лице управления городского хозяйства, которые каждый день здесь бывали. Это, конечно же, те апатичане, которые задавали очень и очень много вопросов, а когда же все это закончится. Закончилось. Реконструкция закончена. Путепровод будет введен в эксплуатацию. Я считаю, что... И мое мнение таково, что очень важно для поколения, рожденного в конце 80-х, в начале 90-х, вот такого объекта. Ведь те два десятилетия, которые прошли в городе Апатиты, не было таких сдаточных объектов. Вот они это увидят. Они увидят сегодня вот в эксплуатацию путепровода. Два года назад каток, они увидят отремонтированные дороги, а это значит, у города есть будущее. И все реже и реже мне, как главе администрации, будут задавать этот вопрос, а что же дальше? Дальше развитие, дальше жизнь. И город Апатиты, замечательный город, будущее имеет в добрый путь. Слово предоставляется генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Трансстрой» Леониду Ивановичу Смоленскому. Здравствуйте, дорогие жители города Апатиты и гости города Апатиты. От имени компании «Трансстрой» я поздравляю вас с таким историческим моментом, как вот в эксплуатацию путепровода. Это бывает достаточно редко, особенно в муниципальных образованиях. И наша компания, конечно, очень горда тем, что непосредственно мы строили этот путепровод в течение такой, можно сказать, и длительной, и короткой, значит, сроки, соответственно. Значит, компания «Трансстрой», я считаю, вошла в историю города строительства путепровода, соответственно. Именно вошла. Как говорил Суворов, главное, чтобы не вляпаться, а войти в историю. Поэтому мы горды тем, что мы непосредственно работали в вашем красивом городе. Есть прекрасные традиции, которые не хотелось бы нарушать. Вот и сегодня мы разрезаем ленту, чтобы оставить на память сегодняшнее ощущение долгожданного праздника. Наш мост – это совместное усилие многих людей. Это результат слаженной командной работы. Право разрезать ленту предоставляется главе города Апатиты Алексею Геннадьевичу Гилярову, главе администрации города Апатиты Николаю Алексеевичу Бове, заместителю генерального директора АО «Апатит» Светлане Валерьевне Толстиковой, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Трансстрой» Леониду Ивановичу Смоленскому, директору управления городского хозяйства города Апатиты Олегу Николаевичу Запанкову. Наступает самый торжественный момент. Сейчас будет перерезана лента нашими почетными гостями. Пойдем.
наступает самый торжественный момент. Вновь въезжают первые автомобили. Дружно аплодируем и кричим «Ура! Мост испытан!»